Микроавтобус «Мерседес», принадлежащий компании «Башавтотранс», вылетел на обочину и врезался в столб. Он выполнял рейс по маршруту Салават-Стерлитамак. ДТП произошло на пересечении улиц 23 мая и Куйбышева, возле школы номер 14. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса на перекрестке улиц Куйбышева 23 мая. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 нарушил требования правил проезда перекрестков, не уступил дорогу автобусу, допустил с ним столкновение, в результате которого водитель автобуса совершил наезд на электроопору. В ходе проверки по данным дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля предъявил сотрудникам госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение, которое было у него изъято, и по данному факту проводится проверка. Также Ренат Аксарин и Тимур Губайдулин прислали видео с места аварии, произошедшей на перекрестке улиц Блюхера и Коммунистическая. Информации о пострадавших нет, сообщает ГИБДД.